Продолжаем. Значит, новое озеро стало местом паломничества индийских воинов и охотников, погружавшихся в его воды с целью обрести силу. Но однажды воин по имени Храбрый, купаясь в нем, убил живое существо и вскоре умер сам. После этого озеро перестало давать силу. Более того, возникло поверье, что любой, взглянувший на его гладь, непременно умрет. Вот такая вот жесткая легенда. Мы только что на нее смотрели. Вот. Чуть не упали. Да не, не было такого, конечно. Все это. Никаких живых мы не будем сейчас тоже трогать. Мы будем в основном зараженных. Так, ну здесь много растений, но они, наверное, не разные. И, конечно, день травника всегда можно успеть устроить, но вдруг здесь какие-то оригинальные растения. Я не знаю, одно неизвестно здесь осталось, одно неизвестно. Что это может быть неизвестно, ну, кроме как растения? Какой секрет здесь может таиться? О, керосин. И патроны, да? Нет, это просто кастрюля. Да что-то сгодится. Да. Не так уж часто мы здесь находимся. Короче, я собрал уже все виды трав, какие только можно. Уже все, уже не собирается. Уже все ягоды собрали, все травы собрали. В общем, уходим отсюда. Вот и наш байк, собственно. Я не знаю, почему я не пошел здесь. За травой. Трава действительно очень густая. И порой действительно не видно, куда идти, а за ней бывает что-то вот полезное, вот в виде того, что как палатка и керосин. Вот, все это очень нам необходимо. Вот, хорошо мы запечатлели так именно взрыв грома. И еще одна индийская легенда, походу. Вот. Так, ну вообще она тут недалеко, и я предлагаю поверху проехаться на мотоцикле. Надеюсь, как бы это здесь максимально безопасно проехаться. Мы как бы едем по склону, в принципе, и он может где-то обрываться. Вот вторая табличка, вот. Какая-то вторая индийская легенда. Давно не было, что так достопримечательность. Надо. Фантом Шип, призрак на воде. На воде. На воде. Просто я прочитал Фантом Шип и... Так. А вот это уже здесь, да. Нет. Вот, да. Фантом Шип. Подробнее. Скалистый остров Phantom Ship, английский корабль-призрак, стоящий посреди озера Crater Lake, действительно напоминает корабль, особенно в тумане. Вулканический андезит, из которого он состоит, сформировался примерно 400 тысяч лет назад. Это вот, короче, куда упал, собственно, инъектор, за которым мы сейчас поедем. Ну, потому что, мне кажется, нам хватит закиси. Вот. На все такое, и тем более мы едем через гнезда. Значит, сейчас все будет. Так, там была канистра. На всякий случай создам. А больше и Чует нельзя. гнездо. Оно где-то здесь. Может, на фуру залезть? Да, можно. Ну, поближе будет просто. Еще одно. Погнали. Странно. Там полицейская машина, но, по-моему, человек не в форме. Так, гори, гори. Нормально. Вся полицейская машина, а в машине обычная чепенца. Угнали, гады. Ну, лом хотя бы есть, окей. Так, проверим одну теорию. Да. Только прежде зальем.
Гриб, какой гриб? Гриб максимальный. То, что надо. Ну, мы много ездим, поэтому. Да, долго, 8-90. Ну, это даже приятно, с одной стороны, то, что ты знаешь, то, что у тебя. Хотя бы катайся. А, вон, понятно. А ну, я, короче, всадил коктейль. Сейчас проверим мою теорию. Так, главное это сделать быстро. А как? Так, значит, вот мы бросаем. Сейчас, а, нет, надо подальше. Не, неужто так высоко нельзя бросить? Ну ладно, хотя бы чтоб в стол попало. Не, наверное, не получится. Поближе подойду. Во! Даже можно вот так. И... Ах, черт. Стормозил. Ладно. Где волчара? Сейчас еще разок сделаю. О, здорово. Ну, на себя у меня только такие патроны. Ой. Нам все равно сюда. На полицейскую можно залезть? О, здорово. Волк все равно не залезет сюда, ладно. Так, короче, нам надо... кинуть. Вот, окей. Есть. Понятно, понятно. Значит, вот мы можем загореться, да? А гнездо нет. Блин. Что ты такой неубиенный-то, а? Все вообще наглухо убежал. Мне это вот не нравится, когда вот так происходит. Давай, гори. Блин, с канистры, конечно, тухловато произошло. Где? А, вас там уже двое. Где вы, придурь, блин? Ну беги, давай, где ты там потерялся? Почти нажал, ладно. Долго слишком. Ой. Здорово. Ой, не то нажал. Так, а второй вот здесь. Прям башку. Блин, ничего себе у него со старта. Ну, прости, дружище. Да уж, волчары здесь мощные, крепкие, уверенные в себе. Три волчатина. Мне кажется, у нас скоро и волчатину нельзя будет взять много. Я не знаю, сколько мяса вот конкретно, тоже максимальное количество. Ну, 5. Много дают. Нормально. Где еще? Ничего. Тридцать пять патронов осталось. Вот этих, ладно. У нас еще полно других. Собственно, куда мы теперь? Да, за инъектором. А
Жизнь съест-то был, я забыл. Блин, да тут у нас всего полно. Да, я забыл, что я не бегу. О, огород. Здрасте. И банши здесь. Сохраним красоту Crater Lake. Тут все подряд, ну, пока стреляют. Мы, типа, спрятались в чулане и почитаем. Сохраним красоту Crater Lake. Это где? Вообще у нас осталось... Блин, это же первое... Нет, первое... А, я путаю с туризмом. А, так туризм, да, туризм, вот, точно. Нам же сейчас туризм надо. Полеты на Чемултом, Чемултский фестиваль. Кстати, у нас историческая табличка осталась всего... Вот одна. Ох, почитаем, почитаем. Ладно, ну что же, сохраним красоту Crater Lake. Глубокое и чистое озеро Crater Lake является настоящим сокровищем штата Орегон. Ежегодно в наш национальный парк приезжают миллионы туристов, они ходят в пешие и водные походы, фотографируют нетронутую дикую природу, ловят рыбу, отдыхают у костра и наслаждаются чудесными видами озера. Кроме того, здесь обитает множество видов диких животных, в том числе медведи-гризли, сапсаны, неясыти, я уж точно не знаю, черные медведи, канадские и европейские рыси, койоты, волки и даже белоголовые орланы. Как видите, статус национального парка не только охраняет природные красоты, но и спасает от вымирания целый ряд редких и драгоценных видов нашей фауны. Однако мирной жизнью нашего прекрасного озера угрожают промышленное загрязнение, бытовой мусор, а также незаконная охота и вырубка леса. Местная лесная промышленность посягает на наши деревья, а некоторые гости парка уносят с собой не только фотографии, оставляют не только следы. Чтобы сберечь красоту и чистоту Crater Lake, мы должны объединить усилия. Не оставайтесь в стороне. Обратитесь в лесную службу США, чтобы узнать о волонтерских программах и о том, чем вы можете помочь. Вот такая вот красота. И вот такой вот был остров до того, как на него, собственно, вот так вот Мэтт, полковник Мэтт, вот весь этот зеленый остров, вот настолько его как бы уничтожил, можно сказать, и сделал из этих деревьев все вот вокруг. Вот. Ну. Ладно, там пусть стреляют. Че, я не могу взять-то ничего. Бля. Не уйди. Некуда бежать. Боже мой. Не то дело. Просто манок. Некуда бежать ему там, посмотрите на него, а. Куда он делся? Да кто? Про меня, что ли? Вы там фриков лучше стреляйте. Футболки нормальные такие, можно было бы тоже отвезти. Ладно, там... Да кого вы все там ищете? О! Фрик погиб или нет? Вот. Lucky shot. Случайно. Давай уже, беги. Ты чё ты такой? Вспышка справа, вспышка слева. Ну ты ловкий вообще. Смотри на него, блин. Так, здесь нормально так популяли. Вот.
Мародеры были очень круто и полезно, когда мы в самом начале были, это было очень круто. Потому что мы не тратили вообще никаких, да и мы и сейчас не тратим, в принципе. Просто вот эти вот обыскивания, они получаются типа ни к чему, что ли. Типа можно на них забить, если, конечно, винтовки хватает. Потому что я там в надежде, что я кого-нибудь лутану, и у него будет какой-нибудь лом, порох. Тряпка, да, вот, кстати, ради тряпки тоже стоит их лутать. Лом, тряпка, что еще? Фугас, осколочная граната. Вот, все, что меня интересует. О, в миниатюре. Прикольно. Прям точно повторяет. Здорово. Так, это мы читали. Крейтер Лейк тоже читали. Ухо взяли. А, это было ухо. Вот. Крейтер Лейк немножко по-другому. Или с другого ракурса. Не, по-другому. Так, здесь-то что? Ты открывал и зачем? Что это? Да не что, возьми обратно. Все равно это фигня. Хотя, как фигня? Блин, да это не фигня. Вообще урон-то максимальный и прочность максимальная. Ничего себе дичь. Ну вот скорость интересно какая. Просто дичь. Вот этот топор просто, ну, по параметрам. О, здрасте. Огород. Открытки Crater Lake. Открытки Crater Lake. Набор открыток, найденных в здании туристического центра Crater Lake. Привет с Wizard Island, национальный парк Crater Lake, красота Crater Lake, Орегон, Diamond Lake, рыбалка в Crater Lake, приезжайте в Crater Lake. Познавательно. Вот, значит, что здесь-то у нас есть еще? Так, трупеж. Это что там, посудомойки застрял? Так, забираем. Вот, через холодильник перепрыгиваем. Здесь что у нас? Ничего. Соль, перец, потанцуем. Здесь. На столе ничего. Второй этаж есть? Нет, второго этажа не предусмотрено. Наглухо просто чем-то... А, это просто шторы. Что здесь еще можно взять? Особо ничего. Так, если вы это слышали, это у нас уже дети порой орут. Похлеще фриков. Так, 97, окей. Неужто есть еще одна достопримечательность? Да, вот она, последняя достопримечательность. Это там, где киноварь. И еще один этот. Куда нам надо за киноварем будет ехать? Все-таки здесь красиво, да? На закате дня. Солнце еще такое, которое вот как бьет вот в камеру, например, да? Хочешь там с телефона сфотографировать солнце, а оно вот так вот будет себе. Ну, не только с телефона, много еще. Конкретно я не скажу, что здесь за линза. Ну, в плане, что подразумевается. Это лом. Я думаю, лом это не лом, а это лом. Лом пригодится. Что у нас там еще? 96%. На бензин это сейчас уже никак практически не сказывается. Сложно сейчас это как-то рассчитать в сравнении с тем, что было. Вот, Crater Lake. Crater Lake. Никаких здесь нету. Вроде орегонов. Флора. Да, я вот так вот не делал. Какие-то деревья. Цветы, соли, рыба,
Бабочки. Ладно. Короче. Что-то текста можно увидеть, будет интересно. Да. Четко. Вот так вот. Красота. Ладно, короче. Особо текст не читаю, возможно, там есть какие-то типа отсылочки к чему-либо, но. Ой. Где-то здесь гуляла банша. Не конкретно здесь. Так, дайте нам точку разгона. Откуда? Отсюда? И чё, погнали? Ох! Еее, повезло. Я-то думал, реально надо последнюю закись азота, типа. Я уж думал, не долетим. Серьезно, я думал... Все, ща утом. Но мы на месте все-таки. По красоте. И, наверное, здесь есть что-то оригинальное. Нет. Вот тот случай, когда ты сюда перепрыгнул, а собрать... О, могу. Ну, хотя бы грибы, и то хорошо. И вот в этот раз мы их полностью собрали. Сейчас будем смотреть, слушать, что же здесь произошло. Это как раз тот призрак-корабль. Вот. Вот этот инъектор. Вот этот регистратор и канистра. Но здесь ученый. Ученый и полуголый кто? Да, кстати, насчет лома. А кто это? Реально. Может быть, какой-то техник, не знаю. Кто это? Интересно, что это за капрал? Вот. Собственно, да, чем-то похоже на корабль, потому что это вот вроде как мачта. Так, капрал мертв. Техника IPCA. Я не знаю, а Брайану, наверное, ее сдавать будем. Или когда-нибудь уже, как бы это, уже что-то с этого нам скажут, расскажут, что за IPCA. Ладно, пролом потом. Лома тут достаточно, не важно. Канистра. Начнем с, опять же. Да, инъектор Неро. Да, предпоследний инъектор Неро. Все. Я чувствую прилив сил. Теперь мы будем бегать просто. Можно просто убегать от всех. От чего хочешь можно убежать. А теперь внимание, слушаем. Еще один микрорегистратор. Да. А что здесь случилось? Сколько топлива? На обратный путь хватит. Ага. А ты что задумал? Да хочу проверить ловушки возле Тилсона. Ну, это слишком далеко. Отложи лучше до завтра. Ну да, ладно. Ну, собственно, очень продуктивно. Симпсон Фернандес на призрачном острове. Я вот думал, ничего не вспомнил, на самом деле. Сейчас я просто посмотрю, где у нас Симпсон. Ну, все время, когда вот... и на склоне, вот да, вот они были вот прямо вот недавно. Симпсон и Фернандес были на склоне 97-й трассы. Когда они говорили про Орду, и там точно так же был профессор и капрал, или ученый, или боец Неро. Так что, следовательно, неизвестно, Симпсон здесь он лежит, вот это Симпсон белый, потому что там тоже лежал ученый, и там тоже лежал рядом капрал. Поэтому вот сложные вот какие-то вот такие вот разговоры получаются, потому что здесь вертолет тоже разбитый, и там разбитый, следовательно. Исходя из логики, да, не очень сложной.
Я вот еще подумал, а как мы отсюда будем возвращаться? Я теперь вижу. Отсюда просто надо будет обратно сигануть. Нельзя точно сказать, вот, например, там, где инъектор Нейра был, где двое капралов лежали, где Шоу было и кто там? Сейчас скажу. Капрал Шоу, капрал Эспозита, сложно сказать, это они там лежат или нет. Ну, потому что как-то вот на примере вот этого инъектора, как бы это, получается, что, возможно, это не они. Потому что там тоже были ученый и капрал. Значит, где-то подвох. Ну, а мы отсюда стартуем. Спасибо за инфу. Прям на ученого надо было размозжить его еще больше. Так, ну тем не менее, мы теперь-то куда едем? Ну раз здесь, наверное, можно подъехать сюда и поехать потом за инъектором, наверное. А там, глядишь, какую-нибудь орду подберем, разберем ее, и тогда уже, мне кажется, будет под 999 ушей. Вот. Это были лисички. Я просто обязан взять. Причем даже несколько. Отличненько. И еще лисички. Нет, ежовик. Ну, бегать мы теперь можем очень долго и много. Вот. Практически по скорости мы сейчас бегаем, как раньше у нас байки ездят. Сейчас надо развернуться, получается. А более короткая дорога, не? Оказывается, не более короткая. Так, а куда? Стопэ. Блин. Ну ты нашел время! Охренеть! Ну, здоровье позволяет. Так, ну мы же можем отсюда на байке-то выехать. Фрик, а ну толкни. Блин, я думал, мы все, мы в разбивке. Ну что, надо дубину оправдывать? Понятно, за... Мах дурацкий. Но срубает он все полностью. Блин, меня чуть Фрик-то не съел. Да, движок не выдержал такого. Да нормальный двигатель, это мы с тобой нормально так сиганули. Порядок. Но, как бы что, здоровье позволяет. Причем так ровно на этот пьедестал. Будем называть его пьедестал бессмертия. Черт. Походу мы отсюда не можем выбраться. И продолжаем себе искать еще больше на голову приключений. Может, где-то внизу будет? Это у нас это... Может, где-то внизу будет выезд какой-то? Ой, идиотизм. А, вот здесь. Нет? Нет. Блин, короче... Дикон, ты только не утонишь в такой позе. Вообще, надо посмотреть, что там в конце тоннеля, так сказать. А то мы сейчас реально ведь в реку уедем. Мне это во сне снилось явно. Не, ну это бездна.
Хотя вот... Нет, тут дерево. Короче, пешком пилить до лагеря. Ну, либо нет. Сейчас посмотрим. Сейчас попробуем... Не-не-не, назад, Дико. Теперь вперед. Теперь назад. Теперь вперед. Да, с Диком. Стреляли мы с тобой конкретно. Не, с обрыва я не буду прыгать, потому что там тупо. Короче, мы полностью застряли. Хорошо, что сами можем вылезти. Блин. А вернуть байк-то можно так? Прям не доходя до лагеря. Вернуть байк. А, вернуть байк указано на карте место, да. Ну. Хорошо, давай я вот здесь укажу. Вот. Сюда и... Вернуть байк. Чё там? Вернуть байк в этом состоянии невозможно? В каком этом? Я же его не сломал. Сейчас, походу, я сам не смогу вернуться отсюда. А, вон, вижу. А где? Он где-то наверху. Только не говорят, что он здесь, эта штука, блин. Не, он еще выше, окей. Да, сиганули мы конкретно. Вот байк. Еее. Чуть с этого даже столкнем вот эту придаль. А, ну все, столкнули, уезжаем. Так, нам это же не стоило никаких денег. И байк прям сразу целиковый и с полным запасом бензина? Секундочку. Нет, все как было, окей. Да пошел. А мы-то поедем вообще. Крики криками. Пам, едем. Ладно, пока что прямо. Здесь какое-то тусе. Было. Сюда все пропустили. Получается жестко как-то. Ладно, вроде все, короче. Это детский дом, походу. Да, лутать нечего, так что до свидания. Ладно. Будем считать, мой байк как бы на веревку подцепили и там вытащили, короче. Там Кори подъехал. Ну, все остальное. Просто, как говорится, а, мы же забыли рассказать, как все это было, ага. Клыкачи, но уж нет. Да, клыкачам на ровной дороге меня не заловить никак. Блин, хотел мазаться, но... Блин, собаки здесь и там. Разворот или что, трамплин это? Так даже? Ну, я согласен. Нравится? Ага. Более чем я уверен, то, что нравится. Ну, раз предлагаешь сюда поехать, я даже проверять не буду. А чё там? Понятно.
Полдороги нету. Так, починимся, потому что что-то у нас... Поехали. И фрик укусил, и... А, все, мы приехали. Гнездо где-то рядом. Я уже чую вонь. Раз, два. Где оно? Твою мать. Да вот, одно где-то. Так. Получится, не получится, два сразу. Ну, по идее, должно получаться. Но почему-то выбралось вот это гнездо. Чё ж теперь, гнёзда, вернее, жилет теперь коктейлей. На благое дело. Раз. Два. А, уже было уничтожено. Ну ладно. Гнездо для крикунов в Южном Орегоне. Это Южный Орегон. Diamond Lake. 14 тысяч. Ход на зараженных 92%. И там у нас будет соточка, когда мы уже все-таки в конце концов-то. Теперь я вот, если честно, не знаю, куда ехать. Но, походу, добьем уже. Вернее, возьмем уже это, как это называется, киноварь. Вот. Или просто почитаем мероприятие. Блин, ехать-то не близко как-то. Пума! Пума нет шанса. Надо догнать. Там народа много. Говорится, еду хрен знает как, хрен знает зачем. Нигде нет никакого озера. А, мы же здесь ездили с Коури. А, мы же здесь ездили с Коури. Да, тут еще одна пещера должна быть. О-о-о. Орда пещера. Да что такое-то, а? Ладно, я посмотрю, что за пещера здесь. Как раз я хотел пострелять уже. Что там за растение было? Не понял. А. Ребят. Давайте. Что-то живучий. Слушай, ты потомок хороший. Давай, бегом, 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 бегом. Все, все есть. Все по лавкам. Окей, едем дальше. То есть идем дальше. Тут пещера-то рядом была. Или я уж так далеко уехал. Пещера под нами, короче. Вот она, пещера. Звуков орды я не слышу. Громила. Блин, где? Громила нам не очень нужен, если честно. Здесь непонятно. Грязно, да. А, понятно. Можно было не прыгать. Ну, разгромил, лучше уйти. Я-то думал, сейчас постреляем. Так, давай уж навигатор тогда врубим.
Ну и чё, где метка? А если сюда? Что-то пошло не так. Так, окей. Метка просто не ставится. Почему? Да что такое-то? Где метки-то? Ну все, пора выходить, короче. Если он никуда не хочет, попробую доехать тупо до Diamond Lake. Нет. Тупо прямо. Попробую просто своим ходом доехать. Думал, она вообще голая. А, вот метка появилась, окей. Я все равно не понимаю, как ехать, блин. Дорогу не видно. И мы, короче, приехали. Вот. Собственно, табличка перед нами, да? Вот, табличка перед нами. Читаем табличку. Шахт Lost Cabin. Золотые копии. Это последняя находка из туризма. Lost Cabin. Историческая табличка последняя. Последняя историческая табличка. 100%. Нам за нее ничего не дали, конечно, но ничего страшного. Только еще вот найти бы ее. Нет, это кучер. Легенда воин Мадоков. Кретер Лейк. Мазама Вилледж. Призрак на воде. Военные игры. Так, это все не то. Вулканическое озеро. Вот, золотые копии. Наконец-то нашли. Согласно легенде, времен золотой лихорадки где-то в Орегоне существовала шахта Lost Cabin, скрывавшая в себе несметные богатства. Однако, однажды в калифорнийском в городке Ирика объявился регонец, тративший золото направо и налево. Местные жители решили последовать за ним, чтобы узнать источник его богатства. Поиски привели их в центральный Орегон. Золото они так и не нашли, но зато стали первыми белыми поселенцами, открывшими жемчужину Crater Lake. Местонахождение легендарных золотых копий до сих пор остается тайной, а эта шахта была названа в честь них уже намного позже. Вот так вот, пошли за золотом, а золото не нашли. Успех. Так, ну чё, последний. И здесь у нас сразу две соточки. Где-то я видел там регистратор, нет? Мне показалось. Вообще я здесь как был, я хотел вот здесь вот залезть. Вернее, не то что хотел, а просто я думал то, что можно ли будет как-то что-то здесь делать. И куда это вообще? Окей, что здесь? Маячок Неро. Здесь. Блин, ну ладно. Отлично. Я же сюда хотел просто за Неро маячком приехать еще изначально. Так, вроде не указывается. Так, громила. Здорово. Че, патронов нет? Но они пока не нужны. Все, это последний инъектор. Кстати, в честь этого мы просто подлечимся, чтобы не так стыдно было. Вот, да, 350 запаса сил. Последний инъектор Неро. И, наверное, нам сейчас дают приз, я не знаю, отображается он будет или нет. Я чувствую прилив сил. Нет, никакого приза не было. Ну, это не страшно. Микрорегистратор, здрасте. Здрасте. Послушаем вместе с Громилой. Боже, ну и великан. Да, еще какой. Заметка номер 2072. Мы в секторе 69. Где мы? Шахта Lost Cabin. Спасибо. В шахте Lost Cabin. Мы усыпили представителя Homo sapiens mutans corporosus 10 000 миллиграммов кетамина, основываясь на заметке номер 2071, где 6 000 миллиграммов едва хватило, чтобы нейтрализовать Homo sapiens mutans albino.
Мы проследили за ним от его основного ареала, построек на северном берегу Крейтер Лейк. Видимо, раньше это был дом администрации, полагаю. На данный момент у нас нет рабочей теории касательно его миграционных привычек, модели проживания или... Или как он вымахал до таких размеров. Есть у вас теории? Да, вообще говоря, есть. Правда? Да. Анализы крови показали, что у Homo sapiens mutans corporosus чрезвычайно завышен уровень анаболических стероидов. Стоп. То есть, до того, как заразиться, они были качками? В общем, да. Я не говорю, что они все качались и принимали синтетические андрогены. У некоторых, наверное, от природы был повышенный уровень, но результат тот же. Да? Какой? Они могут разорвать тебя на куски. Так, грузи эти образцы в ящик и погнали отсюда. Фрики на стероидах. Шикарно. Ну, собственно, как я и говорил, чё, качки из качалки как бы. Ну чё за него? Вообще ничего. Ладно, короче, теперь надо подумать, что куда шахта шахте рознь. Не знаю, что делать, не по причине того, что не знаю, а по причине того, что, наверное, сегодня мы уже плавненько, на данный момент, вернее, плавненько будем отдыхать от этого всего дела. Вот. И надо, опять же, подумать, у нас 131 мяса, 158 трав, грибов. Вот. И, в принципе, 370 ушей — это какая-нибудь среднестатистическая орда, и плюс-минус кого-то по бокам еще цепануть. Вот. Чтобы уж выполнить свое хотя бы обещание перед самим собой, так сказать. Следовательно, Эспозита и Стюарт тел здесь нету. Под мостом, где они были, их тел тоже не было. Также в пещере медведя-шатуна их тел тоже также не было. И в шахте Киновари, собственно, вот здесь вот, их тоже, ну, а это я уже говорил. Так, здесь у нас Стюарт Эспозита еще живые. В Койот Лава Кейв, по-моему, там не было тоже. Стюарт в детском доме были. Сейчас еще посмотрю, у меня где-то еще было. Достаточно много здесь регистраторов, но вроде они, не знаю, я не знаю, где они. Стюарт и Эспозита, они случайно не были на Симпсон. Пещера. Вот, кстати, рядом с Соломеей пещера. Так они, сержант Райс, непонятно. Там был какой-то замес же, естественно. И здесь был лейтенант Стюарт. И по идее их там сожрали. Но... Ну, короче, не ясно. Как бы, на примере того, что вот было два острова отдельных, куда мы с Закисью прыгали, там были также ученый и капралы, то есть военные, наверное, и по двое. И особо у нас сюжет типа развивается на двух личностях, ну, обычно, вот если мы их слушаем, вот. Но в то же время непонятно. Так, ну что ж, я уже, короче, не знаю, как что, пойду все равно к байку, потому что... Потому что мне все равно я буду начинать с места сохранения. Отсюда я уж никак не смог бы начать. Тумс. Теперь мы бегаем вообще по полной. Вот, начну от байка, потому что, я говорю, буду загружаться. И да, вообще уже, как это я уже говорил, там есть некоторые определенные моменты, что... Ну, в общем, ладно, мысль не закончена, и будет день, будут мысли,
я надеюсь, очень интересные. И обязательно что-нибудь придумаем и добьем уже как бы до 1000 ушей 999. И будем смотреть, что дальше, потому что у нас уже получается как? Нет, а где еще? Так, интересно. А где еще один Неро? А, вот, да, точно. Вот, вот так вот по-хитрому. Еще один, да, я про него помню, помню, да. Собственно, что мы уже успели сделать в Crater Lake? А в Crater Lake мы все блокпосты Неро посмотрели, все зараженные зоны вынесли, все засадные лагеря, естественно, первым же делом. Ни одной орды здесь мы еще не вынесли, но я еще, по-моему, и не видел ни одной орды. Я видел пещеры здесь, но вот орд я, по-моему, не видел. А, ну, только если считать Скоури, когда мы ее видели, и все. Наверное, да? Объект исследования Неро. Это вот хорошо, что их 5 из 5. Данные Неро. А вот данные Неро, еще двое данных Неро должны быть. Достопримечательность 9 из 9, находка персонаж 7 из 9, находка туризм 2 из 3, одну я знаю где, ботаника местная 4 из 4. На 97-й трассе у нас, естественно, к блокпостам Неро, он под нами, зараженная зона, она же здесь же, засадный лагерь 2 из 2. Это понятно. 2 из 13 уорд. Еще 11 уорд там. Я не знаю, где они. Где-то там. Объекты исследования Неро. Хорошо, что 4 из 4. Данные Неро 5 из 6. Следовательно, будет один на блокпосте. Скорее всего, последний. Это хорошо. Достопримечательность. 4 из 4. Находка туризм. 4 из 7. Вот это... Но у нас еще огромная территория. Вот, которая колледж. Там наверняка будет что-то. По-любому, либо будем уже кататься там по свежести мыслей, так сказать. И что-то неизвестно. Что может быть неизвестно, я понятия неизвестно. Вот, ну, собственно, 894-й день. Отсюда продолжим.